собственно, берем электронную встраиваемую систему. Идея проекта. Идея проекта — это создание компании. Идея проекта — это создание компании по проектированию компьютерных корпусов в виде серверов, шкафов для видеонаблюдения 12 дюймов, антивандальных комплектов для видеокамер. В текущей ситуации имеются 2 заявки на патент, прошедшие формальную экспертизу, 4 заявки на изобретение, 2 заявки на полезную модель в стадии подготовки. Готовится бизнес-план. В ближайшее время он будет готов, неделю-две. О рынке. Сегмент персональных компьютеров, если поделить его, то есть связать с августом 100%, то игровые компьютеры составляют 32%. В прошедшем 2014 году на рынок было поставлено 468 миллионов графических решений, то есть видеокарт. К 2017 году этот показатель достигнет 510 миллионов штук. Из них доля игровых ПК составляет не менее 40-50 миллионов штук. Это не считая рынка профессиональных графических ускорителей, профессиональных видеокарт. Вот. В общем, тенденция такова, что именно рынок игровых компьютеров находится на стадии роста. Здесь на графике, в первом графике, в общем, общий рынок, вот, из них 32%, например, ну, 450 миллионов компьютеров имеют дискретный графический процессор. Вот. А из них игровые, как правило, это свыше 150 Вт, в котором необходим компьютерный корпус. Иначе тепло не позволит. Вот. Из этого сегмента, есть аналитику проекта невозможно, а в виде компьютерных корпусов, которые имеют именно 2 видеокарты. Вот, то есть статистики нет. В общем, из этого рынка мы рассчитываем примерно из 50 миллионов, это 20 тысяч корпусов в год по заявке на патентное изобретение, именно на 2 или 4 графических видеоадаптера. Переходите к финансам, 30 секунд. В общем, возможности. Решение одной из главных проблем финансы. Финансы. Инвестиции необходимы для подачи заявок на изобретение и патентование в Украине, ЕС, США, Китае и других странах. На регистрацию торговой марки, средства для участия как минимум в одной международной выставке, которая будет способствовать продвижению изделий. Предполагаемая валовая прибыль компании в течение 2 лет составит около 800 тысяч рублей за лицензирование. Это примерно весь спектр компьютерных решений, таких компаний, как Fractal, Design Fractal. Вот, Залман. То есть все материалы могу предоставить. Спасибо, вопросы? Да, теперь чуть-чуть о продукте хоть немножко расскажите. У меня сбили. Да-да, ну время истекло, да. Да, продукт. Продукт — это получение патентов на определенный тип компьютерных корпусов. Вот, высокопроизводительные медиа-сервисы или у нас встроенные сетевые накопители, серверные шкафы для видеонаблюдения без кондиционирования, антивандальные комплекты для видеонаблюдения. Сейчас я покажу, какая проблема решается. Вот на прошлом месте работы неудачная попытка решить проблему роста видеокамер. То есть злоумышленник залез, то есть мы ее цепью приковали. На других объектах бывало, что на платформе воровали по 4-5 видеокамер. То есть эту проблему я решил. Вот, в ночное время видеокамеры украсть фактически невозможно. Вы цепи делаете? Нет, не цепи. Это я показал неудачное решение. Ага. Здесь комплекты аксесовские. Вот, кронштейн гералюминиевый, то есть комплект состоит в том, что замена кронштейна на стальной, специализированный болт, остальное все используется продукция Axis, то есть шаровые, то есть эстетический вид она портить абсолютно не будет. Плюс есть еще одно дополнительное решение, вот, как только злоумышленник отрывает кабель, то есть срабатывает
звукового сигнала. То есть либо при перезагрузке системы на платформе он сработает, электричество пошло, звуковой сигнал заключился. То есть при выдергивании провода, то есть злоумышленнику при звуковом сигнале будет очень неуютно. Так вы делаете антивандальные корпуса, да, получается? Нет, это кронштейн, комплект антивандальный. Вот. А по компьютерным корпусам я могу предоставить, у меня сейчас вот находится форма изобретения, графическая часть, описание двух типов корпусов. А чем текущие не подходят нам? Они справляются с четырьмя видеокартами. Допустим, сейчас, в данный момент, вышли 4К Ultra HD мониторы. Для того, чтобы обеспечить комфортную производительность в играх, на данный момент 4К необходимы две видеокарты. Существующие корпуса они имеют принцип еще 90-х годов. То есть теплоотвод, получается застойная зона, и если установлены две видеокамеры 200 Вт, перегревается оборудование. Так а кто ваши потребители будущие? Потребители это... Я просто последовательно нашу лицензию. Кому продавать будете? Лицензии... Как только у нас будет пакет патентов, мы предполагаем, что так как мы сами производство организовать не сможем, у нас нет ни опыта, и мы просто не успеем. Время жизни этого рынка примерно 5-6 лет, чтобы дальше умные головы забудут, что-то другое. Спасибо, время вышло. Поэтому, извините. Я...